Давно мы не снимали хованинку, уже многое случилось. Кто-то отрастил бакенбарды шикарные, ну ты покажи, ну это, ну, и щетина великолепная и отличная. Кто-то золотые нити вшил себе в щеки и выглядит молодо, как сова. Ну, что молчим, как тут у тебя? Да все нормально. Значит, мы... у нас Новый год наступил, да? Ну, наступает скоро, с наступающим тебя, кстати, да? И ты уже выпил, судя по... Нет, я покурил. Несколько дней. Выпил я воды холодной, поэтому с таким голосом. Да, Жека простудил. Ну, давай, нужно что-то новогоднее. Надо что-то новогоднее, так. Новогоднее настроение. Привнесем немножко Нового года. Как-нибудь, опа. Может, в чайник это положим? Новый год Новым годом, а хованина хованиной. Я думал, хуже моего... Звучит как угроза. Я думал, хуже моего голоса не существует. Так, все нормально. Ты плевал мне пиджак, я сниму. Шикарный. Духи. Надо его повешать. Смотрите, как заботится о моем пиджаке. Приятно, конечно же. Да, можно его повешать там на лучшее место. Да, да. Пока Жека там вешает пиджак, я станцую вам стриптиз. Как бы Новый год для вас начинается. А, все, Жека тут, поэтому. Что тут происходит? Стриптиз мужика. У нас есть масло сливочное, ванилин, разрыхлитель теста, кружка, вот такая интересная кружка, обязательно именно с таким лицом, еще две сахар, Несквик, просроченный обязательно, на лет 5 будет вообще самая шик, кофе, и мука, молоко, я еще не сказал, да, молоко, вот, все. Что мы готовим, сэр, пожалуйста? О, мы готовим ежа в листьях Диффенбахи. Давай не будем. Ну ладно, не будем тогда. Ну такое блюдо, как бы. Вот вы утром проснулись, вам охота и поесть, и попить. Это маффин, капучино и кекс в одном. И все это делается за секунды. Я научу тебя. Давай руку. Сенсей, научи меня. Добавляем несколько ложек муки. Берем тазик. То, что ты тут замачиваешь ноги, это не значит, что... Я в другом, кстати, замачиваю. А в этом я парил другие места. Конечность. Конечность. Чтобы взбодриться, опа. И одной той же ложкой? Да не бойтесь, ты вообще моральный урод. Зеленого цвета. А он потому что выцвел, нифига себе, 5 лет лежит. Ну, походу, мы сегодня в хосписе. Короче, будет понятно, из-за чего нас пронесет. Это будет точный, стопудово, это от кофе. От, не кофе, а от Несквика этого. В муку добавил Нескафе. Кофе и какао. Кофе, какао и немножко капельку рафинированного масла. 5/12, короче, добавляете. Офигеть, и все будет. Да, да, прям быстренько. 5 грамм. 5 грамм. Официально. Ванилина так. То есть в таком... Дальше. Подсыплю кофейка. Кофе еще подсыпаю. Можно еще бомбочки наши подсыпать. Вот это какао, вот это будет. Да, ну это прям вообще Хиросима, Нагасаки будет. Так, ну и все, в последнюю очередь, как учили. А, яйцо еще. Так, ну не надоело мешать. На теперь твоя очередь. Давай подсыпаем. Муки. Муки. Подсыпаем. Ее аж просеивать надо было, да? Так, полюбуйтесь на эту красоту. Мука, кофе, какао, масло творят вот такую массу. Так, ну что, давай тогда. Ванилин. Далее какие действия? Так, тебе надо мы это все. В кружку нагребаем. Да, положить все. Это блюдо должно вас и взбодрить. Конечно. И напитать. Вот перед работой. Я такое блюдо, по утрам делаю. Алло.
Ну, конечно, я на лекциях, где же еще? Вот профессор стоит тут. Самое главное, что это питательно, вкусно. Ну, я такое и еще быстро не делал. Да-да-да. Руками такое не делал точно. Ну, не делал сейчас. Все, давай. Вон туда. У нас там находится. Горьковато. На 2-3 минуты. Ну, давай вначале на 2. На 2, потом, если что, добавим. Да. Не, ну если не получится, я вас слокотал на обоих вот так. Надеюсь. Надеюсь. Вот это блюдо, я господин офицер. Так, давайте. Они священники, высотники. Шапка. Класс. Вот это еще с этой рожей. Но это Новый год. Ну вот сюда поставь. Жиконя. Да ебаный горячий. Это как сок, знаешь. Оп, туда. Что ты свистишь, денег не будет. Давайте вы, что вы шалели. Под конец так, дня. Ну что? Красивый? Вот так. А как ты думаешь? Конечно. Еще этот изнутри не видел. Да зачем ты это делаешь-то? Мы же должны для вида. Давай я это съем, давай я закидываю. Это как называется штука? Это мафия. Мафия. Ну все, начинаем. Так, ну, попытаем счастье. Ну на утро такое, а? Буквально за 2 минуты. Да, буквально за 2 Жене минуты. Жене нельзя доливать. Почему? Мы же должны финальные слова сказать. Так, ну мы наелись, давайте улыбки натянем максимум. Да, это еще ничего. Да, да. Даже жрать можно. Довольны вы? О, настроение поднялось, Рождество, Новый год чувствуется. Ребята, творите меньше зла. Можете нам поставить дизлайк, и пусть в этом году, да и в следующем, это будет последнее ваше зло. Мы примем удар на себя. Давайте, дизлайк. Ну, конечно, вы же хотя не все-таки не безумцы, чтобы до конца жизни зло не творить. Ну, давайте хотя бы до марта не творите зло. А потом уже голосуйте за Собчак. Вот это концовка, да? Мне кажется, не получится у тебя одного дубля. А не, тут за кого не голосуй, все равно зло ты сделаешь. Голосуй, не голосуй, все равно получишь. Зачем ты начал про голосование вообще? Мы же про готовку. Сержу, подобрее можно? Можно скоты подобрее хоть чуть-чуть быть? Хоть чуть-чуть. Да. Да. А? Да. Сука.